Мне понравилось, что было много зрителей. Это хорошо, это плюс. Дети должны видеть зал, должны видеть отдачу, им должно быть приятно работать в этом смысле, они должны привыкать к этой атмосфере, к энергетике зала и так далее. Очень часто, когда приезжаешь на конкурсы, выставляют номера какие-то такие, ну, часто черные, какие-то мрачные. А здесь были, ну, такие достаточно позитивные номера, очень светлые, очень живые. Много было детей таких прям с хорошей энергией. Видно, что они не задрюченные, как обычно там, ну, часто в коллективах такое бывает. Деспотизм. А тут, ну, прям такие очень открытые, позитивные дети. Это порадовало. На самом деле позитивные дети все и молодцы, и такое огромное количество детей. Это всегда очень радует, что они занимаются хорошим делом. Мне нравится, что у нас в жюри люди разные, у каждого свое мнение, и мы, обсуждая что-то, у каждого разные сферы внимания, мы можем поощрить тех детей, которых вот и тут, и тут, и тут что-то хорошее. Все наперебой говорили, кто лучше, кто хуже, кто хуже, кто лучше. Мы тут ожесточенно дрались, кому дать первое место. Исходя из того, что были номера, которые оригинальные, этим номерам мы дали призовые места. Всем, которые средненькие или там совсем слабые, тем не дали ничего или дали какие-то поощрительные дипломы за то, чем они нам запомнились, да, за то или иное качество танца, постановки, хореографии, артистическое мастерство, какую-то оригинальность. Побольше бы таких конкурсов, честно, потому что такое столпотворение огромное детей, вот, сотнями, это всегда очень весело, в первую очередь для них, во вторую очередь для их родителей, да, потому что это всегда счастье смотреть на детей. Очень позитивно все.